Каким? Ну вот, посмотри. Красивый. Он желтый, я хуй знаю. Но зато Не. выделяет. Не, хуйня. Короче, как я и мечтал. 6 РДД, 2 танка, 2 хила. И причем в этот раз, ну вроде бы, должно быть получше все. Короче, у нас задача сделать плюс 0 с первого трая, слезы с первого трая, ну и там по желанию, если кому-то нужны шмотки будут с этого, Игнис и Острокрылые живые. У них хэмов вроде нет, так что там шмотки шлак. Может какие-то три, ни хер его знает. Второсортные. Вот так что сейчас... Нет, там глаз падает с кого-то, там носу заебись. Глаз про матери падает с этой, если партии Острокрылых. Ой-ой-ой, фонишь сильно. Ой, ты забыл. Да не я фоню, это сейчас ладно. Что забыл? В рейде два белоруса. А, я понял. Так это все решает. Провал безумия. Чихнула. Зато один протоп... Зато один паладин. Трися себя неуютно чувствует. Трися всем каски. Придется без крика на АП, без кулака обходиться. Без крестов. Но у нас 3 шип есть. Короче, смотрите. Чек на присутствие. Тактику все знают. Лок, лок. Если слышишь. Твоя задача выжить. Ты не идешь в комнату. Маг тоже не идет в комнату. Значит, в комнату пойдут 3 шип и сова. Я не бы отправил мага лучше в комнату. Не. Так, ну он типа заболтит мозг. Мы за одну комнату переведем. Да вы... Ребята! В самый нижний, провал безумия называется. Самый нижний портал, в самом низу. Пижон, ты в комнате был? На йоге, алло. Пижон. Да-да, еще раз, что? Ты в комнате был? На йоге. Нет, я здесь щупальцы иду снаружи. Смотри, там будут появляться порталы, 4 портала по 4 углам босса. Значит, надо будет тебе зайти в назначенный портал. И перед тем, как зайти, да, ты на себя повешай обложение, восстановление. Потом, когда зайдешь в комнату, увидишь щупальца, чтобы до них доставал звездопад. Нажимаешь дубовую кожу и звездопад. Если вдруг будешь просаживаться, тебя там ШП, я думаю, подхилят, кинут щиток. Вот, если прям будешь подсаживаться, то не бей там. Ну, короче, 3 ШП и ты пойдете в комнату. Они за тобой. Понял, каждый раз возьмем тот же портал? Да, там, скорее всего, одна комната будет. Короче, первая фаза... Лапку, да, еще? Давай, лапку. Первая фаза, все все знают. На второй фазе, когда появится босс, два вида щупалец, то есть три вида щупалец будет. По 2 штуки каждого убиваем, и вы расходитесь по порталам. По порталам, значит так, ближний, левый, вот сейчас я тебе на карте покажу, вот здесь заходит пижон, дальний левый, вот здесь заходит дудутипка, ближний правый заходит Дотти, дальний правый заходит Алпич. Все, запомнили свои порталы, вы знаете, где это вот. То есть здесь, куда мы смотрим сейчас на Сару, здесь будет на нас смотреть лицо босса, будет пасть, там у него зубы такие, вы все поймете. Все. Значит, смотрите, на третьей фазе собираемся. Здесь перед лицом 2 танка забирают мобов, 2 хила хилят, спиной к боссу стоят, 6 РДД дамажит. В идеале вы должны там выжить. Ну, убьется очень легко, если вы не сдохнете. Ну и также там, я думаю, все знают, что здравомыслие 100 должно быть. Если оно допустится до нуля, то вы идете в контроль и будете нас убивать. Красный луч, надо сбегаться. 2 человека должны сбегаться, не один человек. Все щупальца надо бить. У вас так как РДД остаются, РДД обязательно ищите щупальца. Бегайте. Пока щупальца есть, вы не должны стоять. Не должны. Ну, короче, чек на пул. Еще в комнатах мы с пижоном по левой стороне, 2 ШП по правой. Да. Ну, с какой стороны заходим, с той стороны бьем. Да. Да, все правильно. Все готовы. Макгрегор готов. Пошли, братан. Пошли. Вставайте в сову. Для... Скоро мы сразимся, и не двигайтесь. Этих извергов. Обратите гнев и ненависть. Осторожно, оббегай. Трися, помоги назад, сука.
ближнего забери. Быстрее убивайте. Макгрегор. Давайте сильнее, прям разрывайте их. У тебя есть тайминг, когда порты появляются? Порты? Нет. Когда первые нет, а когда вторые, да. У меня вообще нет почему-то этих таймингов. А его и нет. Застойте, не бегайте. Ну понял. Заливайте двоих, похер. Прям сильно заливайте. Звездопад отдай. Так, да нахрен? Щупать. Может, надо. Хотя не, на комнату оставь, ты чё? Комнатка даже не за комнатой. Мы их никого очень быстро убиваем, так что нет. Так, отлично, разошлись. Только не сильно далеко, друг за другом смотрите. Кого-то хватает удушающий, сразу разбить, там 20к хп. Внимательно. Перестань диспелить, сова диспелишь проклятие. Вдруг у шамана не вкачан талант, и мы тогда объебемся. Разбили щупаль. Вот это разлагающее, оно 4 вида дебафа вешает. РДД, вот его разбейте. Это надо как сбить, маг. Давайте, маг сова уже большой бейте. ШП, помогите, задотайте маленькое вот это. Угу. И еще два вида, два, по два будет каждого, короче. Блять, по одному. Короче, вот черепок вот этот, видите, да? Вот, отлично. Подбеги сюда, подбеги сюда. Ага. Все нормально, бегаем вместе. Куда побежишь, туда я побегу. Ну, разбивайте. Разбивайте это щупальце сильнее. Теперь идите сейчас по углам. Уже порты будут. Идите по порталам, идите по порталам. Разошлись, разошлись по 4 угла. Я вам называл, кто где. От черепка отойдите. Макгрегор, отойди, блядь. Разбивайте. Лок, маг, коломоец, лок, сбегитесь, коломоец, лок, сбегитесь, коломоец, лок, сбегитесь, квадрат, крестик, сбегитесь вместе, подойдите ближе друг к другу, сука. Как вы это не поймете? Нормальная комната, бейте быстро. Бейте быстро? Кто не в комнате, щупальца бьем. Мозг быстро бьем, 40 секунд осталось, успеем за комнату. На большой переключились, вы успеете, да, все вы переведете. Убили удушающий и большое всекаем. Сильно большое, танки тоже. Все, лок, маг, идите маленькое бить. Так, у вас 13 секунд, сколько там хп? Маленькое. 700-ка, бить. Не успеваем. Так, 6 секунд, выходите, выходите на портал, нажимайте. Или там доты, походу, добьют. Доты добьют. Да, доту добьют, там 3 шипа оставила доту. Все, сейчас переведется. Перевелся босс. Маленькая щупаль. Добили. Давайте. Давай Геру, коломоец. Спиной к боссу не забывайте отворачивать. Приготовились. Отвернулись спиной, блядь. Каз сбивается, кстати, у этого. Ага, хорошо. Бурстите, бурстите, сейчас надо. Отвернулись. Будет... Отворачивайтесь спиной, не теряйте здравого мысли. Повернулись, сильно бейте. Сильно, сильно бурстим. Ну конечно, с 6 РДД это все изи будет. Отвернулись, отвернулись. Каст. Там даже, блять. Так, дал сало этому дураку, этому локу точнее. Макгрегор, подойди к локу, каст позбивай. Отвернулись. Все, сейчас уже добьете там сколько. Нихуя, миллион. Бейте, бейте. Дед, как? Отвернулись. Давай войско, блять. Чё со мной? А, это койл. Даю войско. Хильте, хильте, хильте. Гим на хп сдаю. Давай, давай. 600к обейте.
Не отворачивайтесь, у кого здравомыслия больше 30, не отворачивайтесь, сейчас вообще добивается его бурстить, он 30-ку снимает заказ, бейте его, если больше 30 у кого-то. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Три стака, он захиливается какого-то рожно. Блять. Только убили, да ладно. Пиздец. Вот тупица. Вот, говорит, тупица. Ну давайте еще раз. Так, блять, нахуй вы тянешь по двери к нему. Блять, тянешь его подальше, блядь. Он отхиливается, когда тянешь подходит к нему. У меня этот бегущий урод шопнул просто. Кого? Тяжелона. Я подходил бить босса, он бежит, хуяк меня шлеп и побежал дальше. Он тебя убил сейчас, да? Ну он меня шотнул сразу, да. Все. Угу. Ну понятно, что не добили. А лок, этот Коломоец, объясни, пожалуйста, про вот 100 вот этих стаков и. Ну ты понял, да, про что объяснить? Я ей сказал не отвернуться, она походу не успела. Я так, говорю ей успела. Пусть спиной стоит, пусть спиной стоит. Пусть кидает. Да, ну хорошо, проебала. Хорошо, хорошо. А где она проебала здравомыслие, даже в портале не было. Да. Что она в начале была в нитке. Да-да. Я-то выкрутился, а она не смогла. Короче, скажи ей, луч красный, это надо сбегаться. Вот сейчас, по-моему, на тебе или на мне, или на ком-то был луч. Вы, блядь, стоите в небо. Такое ощущение, что вы просто пришли в потолок, вот так камеру поставили, блядь. Я сейчас видос записываю, и просто вот так смотрите, блядь. Вот реально. Какие-то кнопки там жмете, но вот камера на потолок, нахуй. Ну, понимаешь? Вот это вот, ну, не дело, блядь. Красный луч соединяет две цели. Это надо сбежаться, как на лане. Но он не исчезает, он висит. Там показано в дебафе, написано, схожее мышление. По 100 раз каждый раз объясняешь. Это в трэш подальше отводиться, то он отхиливался. Мы бы его добили, он отхилил себе 1300. Да я понял. Мне кажется, там лок его. Мы себя захилим. Три шипешника, мы себя сами прохилим. И главное отведите, чтобы он не захилил. Боже. Слушай, просто. Пускай лок повесит СС может на меня на всякий случай, а? Давай. Давай. Лок, сделай СС, повеши на сову. Там если прокнет комната, вот такая, как сейчас, либо этот, либо шторм, нам хватит, там дота добьют от трех шипешников. Да, да, там любая комната, в принципе, его убивать должна. Не, РС-ка неудобная. Да, ну это херня, все равно должны успеть. Типа перед выходом за дот. Ну ладно, короче, чек на пух. Ой, я мискликнул. Чё там лок? Чё там шаман? На сову кидай. Кидай на сову камень души. Вы. Ещё раз. Давайте, смелее, не очкуйте. Чек на пул. Не очкуйте, это ссаная игра для 12-летних людей, детей. Это, встали в сову, танки в центр, лужу, блядь. А похуй. Быстрее, бог. Не бойтесь порвать агро, ничего не бойтесь. Макгрегор, не тыкай на каждого моба, одного держи, через одного, видишь, мы действуем, не тыкай первого, второго, третьего, тыкай через одного, вот первый твой сейчас, второй мой, вот этот твой. Первый твой.
Забираем. ЛПшка. Жаль, он-то не дальнобойный. Все. То же самое, щупальца зерга. Лок. Лок. Бей щупальца, пожалуйста. Ну хотя бы стрелу тьмы нон-стопом кастуй. Это не дело, 1000 ДПС. Давай, дамаж. От большого отойдите. Рядом с большим не стойте, в милизоне нельзя стоять, он убивает. Как, маг не может сбить кастом? По-моему, может. Так, специально ставлю квадрат, это надо убить. Диспель болезни, диспель магию. Квадрат убили. Дотайте. Сейчас еще раз три щупальца от черепка отойдите. Еще раз три щупальца, их по порталам приготовьтесь. Разбили три щупальца. Квадрат крестик, бегайте вместе. Дал сал. Убили маленько. Где большой, кстати? Нету что? Идите по порталам. Пока. Идите, вставайте по точкам по своим. Крестик, квадрат пока вместе стойте, ничего, разбежитесь потом. Приготовьтесь. Разбили. Пижон. Сбегаемся, да. Сова. Сейчас порталы зашли, порталы быстрее. Пофиг на все. Зашли, портал перед мордой левый не занят. Заходи быстрее, кто там заходит. От черепа отойдите. Заходи, сова, быстрее. Звездопад, дубовая кожа. Выйди, маг из Мелизона Баланар. Выйди, тебя убьет. Все, большой. Давайте, бейте. Пошли мозг бить, 40 секунд. Удушающий разбейте и большой. Пижон, в кошку там убеги. Ой, пижон. Что такое, он живой? Живой? Да, все нормально. Да. Бейте там сильнее. Бейте сильнее, блядь, не так. Не смотрите в портал. 17 секунд. Бейте. По порталам встаньте, рядом с порталами. На 5 секундах скажу выходить. Доты обновляйте. 7 доты обновили. Тыкайте, выходите, тыкайте, выходите. Выходите. Добьют перевели, дот. Добили. А, перевели уже. Блядь. Щупальца в боссе, убейте. Давай, Геру. Давай, Геру. Блядь, убейте квадрат. 120 тысяч, убили его. Каст. Спиной. Нет, его нельзя убить. Нельзя? Тогда бейте босса, похуй. Диспозиция. Каст, отвернулись. Отвернулись. Каст 4 секунды всего идет. Позвоните. Спиной доты обновляется. Спиной можно обновлять доты и все остальное. Обновлять спиной дотом. Каст, развернулись. Не морозь у босса этих пидоров. Не морозь. ЛПшка, подводишь сюда и тут такое. ШВД дается спиной еще. Отводите мобов от босса. Каст. Сюда подводим. Сюда. Поиск КД, блядь. Блядь. ЛПшки, и здесь у ворот даешь уже. Блядь. Каст. Поставьте тотем на замедление, кайтите. Ресницы есть там, ресницы. Давай, поставьте просто, наш шаман есть, да? Пизда, нахуй. Хорошо. Чё, как вы сдохли опять? Не понимаю. Сука. Моторик, как вы умрете? Да вот там на этот шаман поставит просто тотем на замедление и просто бегаете по кругу, кайтите их и все. Этот коломоец, ты не против, если мы лока попробуем заменить? Ну 300 тысяч это вообще не серьезно. Да, это нихуя не серьезно. Сейчас пусть пока не уходит, пусть идет к боссу, поставь шкаф лок у босса, мы кого-то сейчас возьмем. Такое ощущение на этом, как будто, я не знаю, порчу кинул, это сам. Или лок там такой слабый, блядь.
Да блять, я этим локом, блять, на сурке 18 дам, блять. Она его локом просто первый раз играет. Я понял. Я ей объяснил сходу. Не, локом там не объяснишь, локом надо уметь играть. Объяснил это варом два макроса тыкать. Ой, а у Африка прям, блядь, 4 кнопки. Ну, у Африка сложнее. Ой, бред. Демонам сложно, да. А Африкам-то что, блядь? А сколько мы там не добили? 1500, да? Да по 200. Больше. 3%. 300 тысяч там осталось. Лок, ты у нас здесь? Поставь шкаф, если здесь. Вышел же из сети. Красава. Бля, Славик, что-то забыл, ты зашел мне там, крикнул игрока. Да я, я добрал как бы Коломоец и его девушку. Он просто, она за Лока не играла, и тут 2к ДПС. Блять, мы не успеваем просто. Так, а вот эти порталы, когда заходишь, нужно будет в портал заходить, да, или нет? Нет, останешься снаружи. А, заебись. В конце спиной знаешь, что надо стоять? Поставь нам шкаф, пожалуйста, и... это... Да я, блядь, рыбу ловлю, блядь, забыл про льду вообще. Ой, зашел ты, не? Захожу, гружусь. Тут и ДЦ есть, если чё. Да нам больше дамага надо в этот. Всякий случай сказал. Так, смотрим. Ну, короче, тут уже это самое. Ты знаешь, короче, что делать, Кирилл. Ты вроде был тут. Так что просто бей щупальца. В конце отворачивайся к боссу, и все будет нормально. Босс пиздит в конце, да? Спиной? Босс пиздит, да? Да, спиной обновляется прикосновение вампира, кстати. Ну, давайте. Чего? Говорю, мне в портал или приз будет в четвертом портале? Это кто был? Не, иди в портал. Иди. Ты тоже идешь в портал, ты очень эффективный. Давай лапу, ты эффективный в порталах, так что идешь в портал. Так же как и шли. ШП и маг остаются здесь. Да, понял, хорошо. Чек на пол. А, еще знаете, что присты? На последнюю комнату собак своих оставьте. Ну, типа на босса, то есть на третью фазу. А я сразу вызываю, чтобы собака била. В конце, да? Ну, не в конце, сразу с начала боя, как она идет, пусть дамажит. Ясно, короче. Это самое, пошли. То, что ее, походу, выкидывает, нет? Да хуй знает. Обратите гнев и ненависть. Наш как пэт идет хантовский, просто хантовский пэт же тоже выходит. Этот, блядь, Седер, ты здесь? Чё ты не домашний вообще нифига? Да, здесь, чё-то, блядь, лагает, пиздец. Смотри. Разлагивай там. Отпустила. А то смотрю, стоишь, ничего не делаешь. Так, первый мой, второй твой. Вот дальний твой сейчас. Так. Первый мой, второй твой, третий мой. Заберите моба с нас. Давай.
это твой, второй мой. Да, это последний уже, походу. Наверное. У меня еще один. Разнесли его. Сильно. Сколько еще будет? Давайте, добили этого дурака. Диспелят все. Диспелят квесты, диспелят маг, диспелят сова, диспелят шаман, диспелят паладин, диспелят ДК. Все щупают сюда. Сбей косово, можешь ему сказать сбить? Я дал сову. Какой ты имеешь в виду? Большое вот ослабление косой копать. О, кто сбил? Это я подошел, сбил. Не знаю, что так работает. Я не знаю, короче. Не знаю, как на нашем сервере работает. Так, где еще щупальца? Сзади щупальца, пошли, убили. И порталы сейчас будут после них. Перед следующим щупальцем. Уже свои точки смотрят. Ой, черепок на меня. Отойдите от черепа, отойдите от черепа, отойдите от черепа. Не беги на череп, сука. Блять, ну нормально, что, нормально. Разбивайте, это самое, встали, встали по порталам, разбили щупальца. Приготовились порталы, сова в портал, пошли в портал. От черепа отошли, от черепа отошли. Сова, долго заходишь, пиздец. Направо тебе сова, надо было бежать. Так, сильнее бей. Все, большое все переключились. Удушающее вот это разбейте. Где голомой? Разбить. И большое. Маг ШП в большое. Маг ШП в большое. Большое, прием, прием. Так, бейте мозг сильнее, блядь, чё вы так долго? Сильно прям. Да только добежали. Так, у вас 20 секунд. Давайте должны, я не знаю. Хватит, переведем, успеваем, все хорошо. Все, пошли сюда, к этому, к морде. Пошли звездочку. Дота обновляется. Все, выходим, выходим. 5 секунд выходите, 5 секунд выходите. Выходите, выходите, доты добьют. Выходите быстрее, секунда. Блять, вы все вышли? Все сейчас вышли. Переведут. Переведется, все. Фулл ДД, рост. Давай, гелу. Значит, смотри, Мадрек. Гелу сам. Оковы, блять, у босса не давай. Дал 2 ЛПшки. Понял. Понял. Стали спиной. Скажи, когда давай. Что давай? 5 мобов будет, войско даже. Откуда же смог взялся? Просто веди мобов ЛПшкой сюда ко мне. Каст, 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 отвернулись. Вернулись, да. Блять, я вот с мобами с этими на вас не смотрю. Как ты умел? Иди этого пидора ко мне. Каст сейчас будет. Баганый. Да меня моб убил. Похуй на моба того, тогда других лови. Давайте, сколько там у босса? Блядь, просто. Блять, как вы умираете. Уловите, да. Блядь, мобов с нами. Макгрегор, блядь, ручки где-то. Так я на мне агро. Каст. Короче, Макгрегор, даю войско, веди сюда, мобов. Я тоже. Бернис какой-нибудь ДД одного. Бейте, короче. Каст, каст. Бейте пока войско, быстрее. Не отворачивайтесь, у вас дробовой слям много, бейте в каст, тупо. Сука. Убили, да, сука, да, блядь. Драк ебаный, научись танчить, блядь, да. Что ты, на мне агро было. Чё, что агро, блядь, почему нас убивают мобы? Потому что я не знаю. Должен враги стоять и забирать нас. Так на мне агро было, я не знаю. Так может не того моба агро, может нового. Так нового не было, на мне. Вот один моб был и на мне агро, и вы говорите, типа, танчите, танчите. Ты должен звонить стоять и забирать нас, и быть вот под себя и все. Так. Короче. Еще есть дриня. Ну выкройка есть. Неплохая. Тринка у меня такая есть. Рулим все выкройку. По профам. Было плюс 0. А по профам, либо не по профам?
хуй знает. Бросай ролл, Баланар. Я же говорил все. Кидайте еще раз. Слушайте, вас, наверное, фиолетовый луч просто дамажил. Слушайте, нет. А какая это тихачивок плюс ноль, или мы не сделали? Огонек во мраке. Мы до хрена сделали ачивок. Fast kill, сведи меня с ума, никто не это здравомыслие не потерял. А, ну у меня просто уже было, ладно. Хорошо, а слезы, в чем заключаются слезы? Как бы на самого Галлона я убивал, я знаю, что такое. А, не сдохнул там. Сейчас я объясню. Обвалившаяся галерея, и там сейчас трэш побьем. Ну ты пешится, ой, в порталы заходить я умею. Не знаю, когда надо там. На варе вроде не падал ни разу, не на паладине. Че, Лагона пойдем или че? А в Галлона, да. Сейчас Гоя на Ретрика. Ну заходи. Иди сюда, пожалуйста. Лежу. Куда идем? Сука, я нихуя не упала, что нужно, да? Какого надо? Помонить тебя будет такое. Пойдем так, как есть. Ой, не портуйся, валившись в галерею, здесь руки. Ожили, а босс да валяется. Да похуй на эти руки, блядь. Убьем их. У них там 100 хп, 100 кп. Портуйтесь, обвалившись. По 500, блядь. По идее, так можно их не бить. Так, может, бой повиснет. Мне бой повиснет, лучше убить, нахуй. Потому что хуй знает. Давайте бейте, они ничем вам не навредят. Убивайте одну, другую. Давай, звездопад. Я нахрен не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Сейчас на Алголоне все объясню. Так, Кирилл. Сейчас захожу, меня выкинуло. Тут тоже вроде мобы ходят, вон они ходят. Так, посланник у нас в другую сторону, вот сюда. Вон где планета. Вообще, я как-то тут пробегал незаметно. Ну да ладно, убьем этого дурака. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ключ-то есть у кого? Да. Всё, я понял, в чем была херня, короче. Это было не крышками этих мобов пытаться закрыть, а таун кидать. Да ты чё? Слава, это он зашёл. Ага. Типа он-то один, это на 25-ке, я не знаю сколько, а так-то он один был, проще таун там. Ну я не знаю. Чукча? Мы сейчас тебя долго будем тебя ждать, типа где? В Гримаре, хорош. Сейчас я протонусь. Да я танковская. Вот смотрите, там шмотка упала. Шмотка упала. Так да, это не персонал-то. Что за шмотка? Давайте на танк. Вот, смотрите, тебе шмотка. Тебе надо эту шмотку? Давай, пригодится. На тебе. Тихоньку я стал миллионером. Пошли суманем, короче, блядь. Это пиздец, потому что... Пошли одно тело в портал. Суманем. Седдера. Давай, кури. Часто посланники все расскажу, там, блядь, сука, 3 обилки у босса. Это пиздец просто. Это как у Вара, чардж, бэш, покинуть тело, 3 кнопки, блядь. Да, покинуть тело. Я пару мин. Это старая острота, пацаны. Нормально. Покинуть тело. Что там это, с кровавой метки выбежать в лужу забежать, блядь, что там еще они? Выбежать в лужу забежать, блядь, убил. Назад, смерть. Покинуть тело. Получил слезы. Какой его знает этот алголон, блядь, ну, бьешь, масуха не бьешь, там кровавая метка, съебался от нее. Лужа, забежал в лужу, там побегать по луже, блядь, это меня не протонуло бы в прошлый раз. Ну и все, потом кто набивается. Кто там на Сумон выходит, блядь? Где вы там? Много, а кто-то выходит?
Шаман шел там. Шаман, где ты? Чё, тебя не вижу, я же лечу, блядь. Камни здесь летают. Я тут, Давным-давно, очень, году так, очень в 2012-м, на Ювове, на Алгалона, ходили в шамана, не, шамана, 8 ретриков и протопало. И прятались в стенке в текстуру. Нет, потому что не открывали звезды. Там не работали черные дыры, и от черных дыр спасал бабу. Ну вот это вот суровый удар. Я все понимаю, вот, конечно, но это пиздец. Где ты? Выйдешь ты с инста? Алло. Как дела там, блядь? Забей. Он походу привязанный к тебе был, блядь. Да нет, он двигается. Как? Он двигается у нас. Я думаю, что я могу. А он не выходит, он к нам бежит. Красавчики, двигайтесь. Сейчас, подожди, кто-то сейчас я выйду. И что, сейчас выйду. Сейчас я прибегу. Блять, Алпич покидает рядовую группу. Что ты покинул? Да я сейчас выйду на кладбище быстрее, чем бежать сюда. Проще ли вновь? Кто видел, как шаман побежал за тобой? Он, походу, привязанный был. Не знаю, кто там привязанный, но это пиздец. У меня уже, блядь, сумон этот прошел. Пять секунд, я еще приду. Извините, по-братски. Раз, а шаман тут у нас. Я понимаю, что тут красавчики. Так, он там по кругу отбежал, либо. Просто знаешь, как был, короче, выпуск адской кухни, там негр такой толстый был, блядь. Ну, сука, в первой серии он там, ну, словил гуся, думает. Ну, блядь. Он не понимает, что происходит, понимаешь? Стоит на кухне, короче, вот так головой. Ну, он просто смотрит за всеми, да? Мирно, спокойно, сложил руки на пузо и такой сидит, смотрит. Блядь, и вторая серия наступает. Рамзи такой, ну, такой подпрыгивает, ну, типа, сгибает ноги в коленях такой и подпрыгивает, как бы, этот, как я не помню, как его звали, Джордж, типа, ну, просто Джордж, так, для формальности. Делай что-нибудь! А тот просто... Так, знаешь, ну, вправо-лево повернулся и так же на ногах подпрыгнул, типа, блядь, он что-то там пытается. Сбоку на бок, блядь. Это пиздец, я просто усался с этого момента, блядь, я его найду, еще выкину, блядь. Сука. Делай что-нибудь, а тут понял, потерялся, блядь. Прошел сон? Да. Все, полетели. Слава богам, блядь. Слава Вайдан. Давай, нихуя, блядь, что хотел, блядь. Мы походу с Трисией сюда, блядь, раз 10 еще придем. Ну ты посмотрел мне на танк, а почти все собрано, блядь. У тебя по-любому нету Трини с йога. На ДФП, как называется Трини, блядь? Ну, сейчас, только мы. Мы йога сейчас убили, с него должна была Трини упасть. У меня есть жатва Этрига. Этрига какая-то, блядь. Этрига, блядь. Интригана. Вот. Печать короля Лейна. Вот это топ Триня, нахуй. Слышишь, Слава, вот эти вот кружки с худо, блядь, с инвента, что на стамину они нихуя не работают. А я вот не помню, вроде бы они идут, но как бы толку от них, блядь, хуйда маленько. Да, блядь, так, такой расклад. ХП, расклад, блядь, такой. Блядь, куда протуваться, ребят? Обвалившаяся галерея, и там по трупу этого дурака рукастого бежишь. А, все вижу. И, короче, потом, когда, ну, бежишь, типа, вот на это звездное сияние, вот это вот, типа, идешь налево, и вот там видишь, слева так будут виднеться планеты, короче, там Азерот увидишь, короче, они там крутятся. Сука. Ну как, блядь, целый мир Варкрафта. Он звездочкой воен бежит, блядь. А проще карту нажать и посмотреть, куда все бегут. И пиздец. Да, а вдруг карты нет. Смотрите, а что, у Азерота луна есть, да, получается? Вот это вот. А месяц тогда хули тут летает? Вот, блядь, как это вот называется? Ой, это уже этот, это уже Легион там. Блядь. Ой, нахуй Легион. Ну где они там добивали Архимонда? Внутри, блядь, реально Архимонда этого. Королевство, Калимидор, видишь? А ты что, на раскол тут нету, блядь, для карты? Не понял.
забыли добавить. Там они, походу, наверху есть. Да? Ну ладно, смотрите, скоро. Время только на Алгалона, я Макгрегор танки. Смотрите, подбегайте сюда быстрее, блядь. Короче, объясняю просто, блядь. Тактика словами, блядь, школьника, нахуй. Вот смотрите, кружок. Это, короче, портал, да? Все видели ловушку на Личе? Вот такая же ловушка будет, как бы. И в ней еще такой портальчик миниатюрный. Вот как, знаете, на Халионе, короче, есть портал, в который все заходят в тьму, выходят там, блядь. Вот такие вот, такие полупрозрачные дырочки, блядь. Вот. То есть такая ловушечка и такая маленькая полупрозрачная дырочка. Так вот, где вот этот кружок стоит, вот такой портал сейчас там. Представьте себе в голове, нарисуйте, пожалуйста, черненький, такой кругленький, блядь. Радиуса, знаете, вот такого, блядь. Вот такого, блядь, небольшого, блядь. Вот, смотрите, как надо действовать. Каст сурового удара 8 секунд. Это ваншот. Значит, чтобы выжить, блядь, делается следующее. Вот я должен выжить, блядь. Я дамажу, блядь, танчу, хилю, не, без разницы. Вот я вижу эту дыру, блядь. Вижу каст. Идет он там 8 секунд. Раз, два, три, там секунды прошло. И на середине примерно... Я вот уже стою рядом, все заебись. Не на той стороне комнаты, нахуй. Не в Даларане, блядь. Подхожу вот так вот. И вот так вот, блядь, в центре кружочка вот этого позадрачивался, короче. И меня кинуло в темный мир, представляете? В тень, блядь, в сумрак. И там мобы ходят, короче. Все, не надо ничего бояться. Вас кинуло туда. Что вы должны сделать? Не вот так остаться стоять, блядь. Не смотреть в потолок, блядь. Не стоять на месте. А вот так вот взять... И отойти, вот примерно вот так, от того места, где в светлом мире эта черная хуйня лежит, блядь, понимаете? Если вы так будете делать, то вы никогда не упадете, блядь, не запорите ачиву, не получите ГП в 25-ке, блядь. Сука, и вы будете просто топами, блядь. Дальше. Все очень просто. Красная метка под ногами, надо отойти. Если вы будете в ней стоять, вас подкинет вверх. Если не убьет от дамага, то умрете от падения, блядь. Левитация. Появляются, Дуду типка, на тебе ассиста, появляются 4 звезды, потом 3 созвездия, потом опять 4 звезды, 3 созвездия. Что вам нужно делать? Вам нужно Дуду типка и кто тебе будет помогать? Алпич, шаришь, короче, помогать Дуду типке, сможешь? Да, шарю, но по очереди надо их убивать. Да, вот по очереди. Десятки можно всех сразу убивать, я один поубиваю. Бейте, босс. Ну ладно, хорошо, будешь один убивать. На всякий случай тебя создал. Так, еще кину, знаете как. Так вот, чтобы мы выживали хотя бы получше. Так, коломоец. Блять. Ключевой вопрос. От сурового удара туча спасает? Да, абсолютно спасает. Потому что от сурового удара не спасает бабл глыба. От сурового удара спасает только способности, которые снижают урон на 50%, на 90%, как тучка. Значит, оставаться на суровых ударах на всех. У тебя символ есть, Дуду типка? Да, я останусь. Ты на всех будешь оставаться. Все остальные, блядь, заходят. Вот. Ну, это тупо зерк, как бы. С пула рост дадим. На 20% будет вторая фаза. Там пиздец. 4 портала появляются, мобы исчезают. И остается добить босса до 2%. Все, значит... Макгрегор, тема следующая. Меня запомнить цель, когда на мне 4 стака. Ты забираешь босса, танчишь. Пиздец, вот вообще делать нехуй. Хоть в ногу бейте, хоть в голову бейте босса. С любой стороны можно бегать, можно в чего хотите, блядь. Главное с метки выходить. И когда звезда, вспыхивающая звезда, она когда умирает, она оставляет черную дыру. Вот это увидите сейчас. Значит, когда у нее мало хп, не надо в ней стоять, потому что вас закинет туда, вы не будете дамажить, хилить, и мы вайпнемся, короче, вы поняли, да? Я буду ставить метку череп, отходите от меня, и все. Угу. Слава, Бури, можно подамажить божественную или? Да дамаж, похуй. Так, хилы Трися и Коломоец, Коломоец Трися, очень сильно хильте. Значит, если вдруг Дуду типка, ты увидишь, что две звезды будут разбиваться, там, или одной мало хп, то... Да, десятки не убивают, они воют, похуй это вообще. Ну смотри, короче, сам, первый гимн на хп по ситуации на тебя ставлю. Второй, когда ты свой отдашь, будет алпич. И третий доти. И это по ситуации, ну типа, если что-то хуёво там. Вот, Макгрегор на 4 стаках меняемся, все заебись. Все, короче, подошли, вот Вы сюда, к звезде. Ой. Чё? Под суровый я убегаю в эту дырку, да? Да, мы все в дыру убегаем, а это тут типа остается.
стой, БДК может пережить суровый под незыблемостью, он переживает. Да это залупа нахуй, не надо это хуйни этой делать. Повешай там это Славик, так на кого-нибудь звездочку, ну, звездочку, чтобы там ориентироваться можно было. Вон на Трисе, да, типа? Да чуть Трисе, ты будешь, блядь, квадрат. Да блядь, нахуя мне квадрат, я не знаю, да, куда потому бежать, что один видик, блядь. Ну, вот ну сука. Похуй, давай во мне стой, вот звездочка на мне, все. Короче, чек на пул, блядь, пиздим долго. Давай, ну, давайте вайпаться быстрее, блядь. Не вайпнемся. Смотрите, блядь, никто не умирает там, ну. Красавчики, нахуй, умираете, блядь, позор до конца жизни вашей, блядь. Все, запустил этого пидора. Через 20 секунд начнется бой. Значит, сейчас под боссом я Макгрегор, остальные подальше. Все, короче, не очкуйте, нахуй, все будет заебись. Дутипка на всех остается, там, в ударах. И тучку сразу. Только выходите, прям... выходите быстрее. А, он выходит сразу по окончанию каста, так что ты не сдохнешь. Тучку просто отдавай, ну ты понял, да? На последней секунде. Да. Давай, Геру. Геру фулл дамаг. Так. Дуду типка в дел. Сейчас Эдер там тебе истерить. Уже истерит. А похуй будет еще. Небесная кара, съебались оттуда. Кара. Все квадрат все. Давай, на фул рейд, на фул рейд. Рейд на фул. Трисию на фул, Седдер на фул. Сильнее на фул. Черепа отходите. На черепа отошли, кто там стоит? Захилите на фул. Хилите всегда на фул. Давайте лучше заходите. Череп, отойдите. Когда каст... Под ником Олечка Белок. Кара, красная метка. ШП, сова, рядом стоишь, блять, вылетишь в небо. Шпижон, сука. Я видел, чувак. Так. Значит, смотри. 4 стака забирай босса. Даже если на тебе босс, ты тоже заходишь в дыру. Смотрите. Сейчас кара 5 секунд. Сори, 3 забыл про тебя. Суровый удар, 5 секунд, приготовили. От черепка отойдите, шаман. Подошли к дырам, заходим. Мы все заходим. Кого пиздец? Ой, заберешь сейчас. Ага, забирай. Сколько там мест? Так, все живые, все, заебись. Черепка отходите. Сколько хп у босса? 34. Бейтесь в небо. Один нам дать. Попробую закрывать. Я вылетел. Ничего страшного. Хильте мага. Так. Отойди, ты шаман. Сейчас переведем. Сейчас просто хильте мага, он не должен умереть. Так, сейчас будет фаза. Сколько на тебе стаков? 3. Хорошо, сейчас переведем, сейчас будет фаза, все в центр собрались. Давайте сильно бьем, 4 стака забираем. Мага хитти, он не должен уметь. Макгрегор, давай войс. Мага сдох. Да похуй, короче, тогда. От чего? От того, что... Вылетел. Нарик, я понял. А, от кара, что ли, вылетел? Да, кто его шотнул? Мабы шотнули. Но мы не шотают. Они там по 2к бьют. Но они его и затыкали, он постепенно сдыхал. Номер за разом. А там не написано, кстати, почему номер. Здрасте, кто? Что вы делаете? Как-то странно. Ребята, в следующий раз, кто не уверен в своем интернете, лучше не надо. Да ладно. Я за свой интернет ручаюсь головой. Они не делали? Я за свой головкой. Лина, тут еще может быть дело в клиенте. Клиент может быть нами крашится. Слава, что ты хотел мне сказать? Ничего. Типа я не хотел прийти, мне вопросы будут. Ну ладно, хрен с ним. Так, че вы, где вы? Да они в Ульде ходят. Пойдем, можно расходиться. Не, пошли ты дворфа пожарим. Блять, да какие дворфы? Да время еще не закрыли, погнали, сделаем, ну пошли.
Ну, короче, я рад, я не сдох, блядь. Тут пиздели до лагона. Чего нужно было? Слезы в десятке? Я есть. Ну как бы не то, что нужна была, просто... Кто-то там радуется, что что-то получилось. Тут шмотки сейчас от посланника падают. С этого... На Хогпауэр Ринг падает, четко. Что должно быть? Ну, бисовый тут что-то прям падает. Ну, тренинг это перчи тканевые на посланника бесу. Да он так долго базарит, блин. Давай шмот уже, сука. Он должен улететь. Сири, привет. Салам, салам. Анар, я не с тобой здоровалась. Салам алейкум. Не будет передан. И что это пиздец? Анар, похуй. Какая, где? На Хогпауэр, да? Чё, лучше нет, что ли? Нет, ты вообще чё-то не она ещё манал гений, ты чё заебись. Чё там, вот там ТП будет, там шел... Кристалл упал? Да я не знаю, мы в тот раз 600 вроде дали. Ну давай, сейчас ещё 400 дам. Пойдём пожарим. О, плащ чёткий. Плащ паролить надо. Да он без хосты, не чёткий плащ. Так. Объясните, нахрена вам вот эти шмотки? Они идут на посланника, что тебе непонятно. 226 уровень. Все три шмотки идут на посланника. Слава, скажи, сколько ЕП? 400. ЕПА. Ну как бы надо пойти еще там два босса убить. Я 8 пронес, мне 500 дали. До 400 ЕП до вчерашнего пожарника, Слава. За этих же боссов нет ЕП, правильно? Да есть тут за все, просто косарь, мы договорились с Бибопом за десятку. Вчера, позавчера 600 я давал. На, типа, это все за ачивы, а за босса? Да, за ульду, за десятку просто. Короче, тебе дам все. Или а у меня есть. Получит 400 ЕП. Это, а, где-то вошла. Уже вошла! Это надо кому-то код вот этот. Сейчас пойдем, короче, такой вот. Что это за квест? Ну, квест там какой-то. Кольца, можно два кольца, по-моему, и два плащика. Или что-то я не помню. Парак. Говорит, Джерем, парак. А, нет, шамана. Нет, те шмотки, кстати, на посланника тоже идут. Которые вы говорите. Нет, плащик с хостой охуенный, но он вот не упал. Вот я поэтому рулю этот квест, там плащик вот реально забрать. Ну вон Алпичу, да, и Седер, если тебе не надо. Потом заберешь. Слушайте, у другана на компе ульдвар такой красивый, не то что у меня, блин, вообще пиздец. Я все вижу. Ну, давай обмен этот Алпич. А я под это, я под эстокрыл уже стою. Что, кому-то так надо что? Пожарить? Сколько мобов? 20, по-моему, и сколько, не помню. 25. Всех пожарить надо. На 25 штук надо пожарить, или нет? Или сколько, да? Да, я сейчас бы как-нибудь пожарил. Да, 25 штук надо. Смотри, я по воздуху бегаю, блять, охуеть, да? Ну, это тоже, смотри, воет мы с тобой, блять. Уперлись, блять. Смотри, чё, блядь, ёпки мои. По воздуху бежали, тут не можем пройти сквозь невидимую стену, блядь. Кузня вроде, да? Ну пошли. Ребята, а почему вот эти кольца стоят, не в курсе? Не знаю. Да они копейки, дай мне в обмен, они никому не нужны. Валера, ты чё, ушёл уже, что ли? Валера! Ну, давай. Так, а у кого ключ? Здорово! У Седера. Седер, дай Алпичу, он там роллы шкинул. Поздно, правда, но все равно. Потом заберешь еще.
Спасибо. Спустил вроде как. Короче, дудутипка подбиваешь, да? Ты сможешь? Да. Тебе что, 25 надо, что ли? Не, нет. Мне надо меньше. А кому 25 надо? Сколько тебе надо? Посмотри там. Мне надо 9, по-моему. Один дудутипки готов хоть 100 подбивать. Кого там не бить еще? Средний. Теперь пойдем в Анзу. Так, короче. Сейчас после льды. Ну, пошли со мной. Если с ролью тебе дам. Стражи не бейте, не бейте стражи. Ой, Грегор, танчи эту хуйню, короче. Не бей, идите отсюда, иди ретрик, идите отсюда. Вон того пидора бейте маленького. Дозорного. Все. Как сова закончилась? Я шопнули? Так, это у нас 4 штуки. Бля, что так лагает? Пиздец просто. Все, больше не буду собирать, будет нахуй. Че там пушки, бля, запускаете, короче. Подбивай пока. Так подлейте, там еще фуловый он бегает. Да подобьет он. Запускайте, блядь. Она скоро снова взлетит. Давай подбивай, сколько там надо. А что, не будем ничего делать, если что? Делаем. Таких тут... типа... Тут, типа, не обязательно за раз сразу вот эту штуку, да? Да. Можно за 10 рейдов. То есть даже за рейды считается? Да. А ёпта. Жизнь, так сказать, надо сжарить. Сколько засчитал? 6, всех 6 зажарить. 6 засчитало, да. Ну, было с 15 мне в танка тоже. Я сейчас смотрю. Смотри, ты ловишь всех пидоров. Не всекайте, пока видите, как у меня 2 БДК будет раньше. Я тебя заберу тех, которые нужны мне. А ты с меня заберешь те, которые мне не нужны. Мне не нужны маленькие, низкие пидоры и высокие пидоры не нужны, или средние. Понял, да? Понял, дозорные, понял. Дозорные, часовые мне не нужны. Ты корыстный, ты берешь то, что тебе нужно. Да. Как самогон. Во. Так, смотри. Сколько там? Зорно вот забери. Квадрат. Хер знает сколько. Запускайте, давай, подбивай. Не запускай пока, подожди. Ну, вроде просто, 5. Что еще пачка вылезет, надо будет ее сливать. Там один танк. 7 штук здесь. Запускайте, нормально. Да, у которых много хп, можешь, Кирилл, точечно подбить, если можешь, только аккуратно прям. Не, не могу. Чё, не лучше, подбивайте, лучше не надо, подбивайте, да. Я сейчас сам подбью. Два дыши, курва. Там у одного 90 хп. Ничего страшного. Стоп, стоп, они умрут, сука. Дыши, давай, дыши. Тише, ну, тише. И, конечно, вот вопрос на засыпку. Босса бить не надо, походу, вам, да? Я так думаю, чё? Или вам 25 кому-то мобов надо, блядь, получить? Надо. Сука. 25, надо. Надо 25. Красавчик, конечно, красавчик. Не, мне ещё 5 надо. Ну, да, давай ещё попробуем.
ко мне смс-ка с драконом выехала. Хорош. Да хрен с ним, можно еще одну пачку пожарить, да и добить босса. Не обязательно 625 за раз. Забирай пидоров, которые мне не нужны. О, красава. Еще дозорный уебок не стоит. Бежу. Женя! Бля, что так лагает, мне просто матрица. Женя, там что-то случилось. По-хорошему. Вот малой пизделей получает, короче. А-а. А кто такой Женя? Кто-то типка. А еще. Пизда тут за тех. Так, еще могу и смотри на пояс. 7 штук и пиздец. Пожи. Это 8 уже, он 9 еще. Все, можно ее спускать, блядь. Не, не, пока что убейте тех мобов ненужных. Пока подбиваете. Убейте тех пидоров уже, блядь. Мана там есть, там мана все. Запускайте две пушки. Пильте меня хорошо, блядь, сдохнет. Блять, как же нам, блядь, лагает. Блин, от чего вы получаете? Да хорош, босса бейте, ШП. Короче, хилок нету. Дайте каплю, Сендер, дай каплю мне, блядь. Бра. Короче, ну его нахуй, все хорош. Короче, я... Убиваем всю хуйню. Сколько уже пожарили? Что-то 7 мобов осталось. Ой, дожарить. Ларик. Потом дожарим. То есть мы пожарили 18? Да, 18 мобов за раз пожарили. Неплохо. Гасите. Можно всех, в принципе, не дать. Заебался уже. Шамана Мару. Кажется, еще 8 минут. Да и один. А ты сделался? Че говоришь? Жень. Жека, а ты сделал чего? Да, там не мало надо было, 8 или 9. Да, хорошо, знаю. А как эта ачивка называется, за которую дракон дают, за которую? Слава рейдеру. Слава рейдеру Дуайр, да. Слава рейдеру Войда. Крутой Войда. Мувик Войда. Запускай. Запускается уже босс. Шейкер, шейкер, вуитмейкер, вуитмейкер. Вуитмейкер. Да хуярьте босса, давай Геру хуярьте, как дурака. Это дура. Трися с какого-то района? Сингилёва он. А, не, интересно, а чё в Минск тогда? Ну, я с Минска. Тот же вопрос. Фрунзенский! Да хуя, походу, минчан. Ну, соседи. Я с Бравлян. Землячки вы мои родные. Знаешь, где Бравляны? Вообще, знаешь? Знаю. Вон с этого жил. Так, уже трое. Филипец еще. Надо собираться бухать в Минске. Филипец на Бравлянах тоже там со мной живет. С семьим домом. Обсуждать буду, обсуждать мне боба за бутылочки пива. Смотрите, короче, ставите мне пивас, ставите мне две тёлки, нет, давайте три. У тебя жена есть. Да фух. Не, ну мы-то тебе их поставим, а ты уже как договоришься с ними, согласен? Там детей там себе бери, там тоже. Мало. Да я не знаю, будет ли время. По приколу, по рожам? Давай едь к нам!
Ролим шмот, бунде, бра-жа-жа. Допейте пока могу. Да, ну конечно, вот выйду с Новосибирска, если к нам побухать такое. Как раз на пиво. Там уже надо что-нибудь покрепче ебать. Я вон ездил к этому, к лютому Максу в Питер, к Васабу ездил в Германию. Вот думаю, еще раз мы можем в Питер заедет. Ты говорит? Ой, поставь это громкость. Ага, иди, Макгрегор, вниз. Эй, народ, Васабу в Германии, что ли? Да. Что ты говоришь? Да, в Дрездене встречались. Я думал, с Украины. Масап, он немец. Ну, он был, он жил в Украине, сейчас он гражданский, короче, немецкая. Вообще жил в Берлине. Красавец. Ты что встретился? Шагрить одного моба аккуратно. Мы с Рисей тоже встречались, были, побухали немножко. Бопом, да, вот в Киев посетить еще тоже прикольно было бы. Кодексу там двери обоссать, там, не знаю. Досать по двери. Он меня два раза, сука, забанил уже. На дискорде. На кем надо бибу наколотить просто? Написать на двери, как дела, блядь. Да. Короче, я же работал гэмом, да, на Зигберг я был. Он мне, короче, блядь, забанил моих чаров всех от перманентом, блядь. А потом и на форум, короче, всякий, все полностью забанил. Потом пишу, типа, за что, мол? Так и так, он на 120 дней перебанул. Так за что в итоге? Да, короче, не знаю даже. Просто не знаю, блядь. Такие дебилы. Из-за национальности. А белорусам сложно, блядь, в этом мире. И у тебя ГМ год отработал, короче, на серве. И его мне под зад дали просто так. Полился много просто. Сливал айпишники, сливал, блядь, персов. Вот это мы это. Может это? Ну, да хуй не знаю. Не думаю, что из этого. Мне, короче, не нравилось правило, то, что у них правила четко прописаны. Я пишу, что нужно менять правила, потому что там много есть пунктов, которые можно нарушить, много разногласий. Потом они не хотели нанимать еще одного программиста, разработчика, потому, ну, дофига, там, висят эти какие-нибудь квесты те же самые, да. Вот, допустим, там с Ульдой. Они, ну, не занимались тем, что они, блядь, наняли еще одного человека, который переписал скрипты в тебе Мирона, потому что не багался, потому что не Мирон багался по КП, да. Они по бабок жалели, да, все. Это был, там, все делает один программист. Он тоже запаривается, и, короче, каждое лето он уходит в июне, в августе в отпуск. И, то есть, там что-то сломалось, там мужчина точно не может делать. Самый главный Верон этого серва, он вообще ничем не занимается, он по бабке получает. Так они и по планарной нехило делают, сколько чаров покупались, продавались, бонусы, шмонусы. Да, вот сейчас вот лавочку с чарами, конечно, они не прикрылся, это им минус, но они не хотят ее почему-то чинить, не спешат. Или потому что, может, даже не могут. У них был веб-разработчик, когда тогда ЛК можно было на бонусы взломать. Был веб-разработчик, они его наняли, он починил. Короче, как-то починил так, что вообще нахрен перестала интеркасса та же самая работать, там, смс-ка с некоторых стран. Вот, я в ДДС. Ай, блядь, хуёво. Зергаем этого письма, да? Да, просто. Только не умрите здесь. Горите! Горите в огне, тварь! Идёт войны железного дизеля! Да свершится воля твоя! Войны железного дизеля. Дизеля. Вин дизеля. Блядь, раньше так уважал вин дизеля. А сейчас в чём, блядь? Да он, блядь, уже... лох. Ну а хули? А чё ты думал? Мы же не вечные. Да не. Уважаю Вин Дизеля, блядь. А вот когда... А того я тебя покараю. 3x2, когда он был Ксандер Кейджем, этим нормальным пацаном, блядь. Тот Вин Дизель мне тоже нравился. Играл... Дальше МС-ку подкаст.
Форсаж, вот Форсаж, вообще вот такая тема. Обожаю, люблю Форсаж, бля. Там тут в чем, что первые 3-4 части, можно сказать, это про гонки фильм, а дальше это уже идет боевик. Ага. Ну вот мне, не знаю, вот многие вот, говорят, что вот Токийский дрифт полное говно, да? Охуенная. Но мне очень понравилось, я пересмотрел ее не знаю сколько раз, она это офигенная. Это охуенная часть, это что-то новенькое реально было, что-то новенькое. Просто все говорят поёб, потому что все ждали кого? Наших. Вин Дизеля, Пол Уокера, ну, Лею, всех этих чуваков. Но она офигенная, вот этот стиль такой дрифта, блин, короче, титанский. Японские тачки эти крутые, блин, ну короче вообще супер. Ну блин, весь замес за тёлки. Ну да, кстати, актрисы очень как-то прикольные. Да, хлопнул. Так и самый прикол, то есть... Получилось, нет? Что-то две накидки падают, блин. Говно какое-то. Там еще песня Малак Беляй, которая... Гайди. Войт, кидай. Стой. Войт. Можешь убрать Коломца и на волшебную киноточечно? Все, валим уже, все. Расходимся. Ну да. А есть пару разговоров на кого? Да, есть. Три икса мне нравится первая часть. Вот это, ну, блять, это топ-фильм. Топ-фильм всех времен. Да, нормально. Кстати, последнюю часть еще не смотрел. Она там такая нормальная. У кого там порт есть? Алло. Сейчас я его поставлю. Так, это просто смерть, блядь. Сейчас оно зайдет. Иди, пожалуйста. Я так накинул. А, все понял. Ну, спасибо. Спасибо. Залетайте в фонд. МС Войд. Прыгайте. МС Войд. Эти таблицы, блядь, ЕП, это ебучие. Чё тебе надо? Мы играем. Голова. Нет у меня головы, я, по-моему, то ли Седору, то ли кому. Кому я голову отдам?